Привет подписчикам моего канала, привет всем, кто попали на этот канал и смотрят мои ролики. Тема сегодня по пчеловодству. Попал я на соседнюю пасеку. Вывезли вот такой вот прицеп. В прицепе, значит, 1, 2, 3, 6, 9, 20 семей. 20 семей с одной стороны и 20 семей с другой. Вроде как 40 семей. Но хозяина я не увидел, а вечерком вот... Ну, как бы сейчас прохожу и вижу, как бы, вот такие вот поилки для пчел. Значит, литок. В литке сделана вот коробочка такая и вставлена бутылка. Вот точно так же. Здесь вставлены бутылки. Значит, бутылка, горлышко перевязано плотной тряпочкой. Если пчелы хотят воду, здесь вода постоянно влажная, горлышко постоянно влажное, пчелы берут воду. Как только берется воды больше, получается, ну, как бы заход воздуха, тут булькнет воздух и пойдет нормальная свежая опять вода, ну, чуть-чуть как бы под давлением. Пока никто не берет воду, то вода не скапывает. То есть нормальный вариант. Нету из расхода лишней воды. Вот сколько пчелы возьмут, столько... Вот так и берется. А лишняя вода постоянно остается. Сейчас вечер. Не надо ни закрывать поилку, ничего не делать. То есть нормальная... Нормальная такая тема. Так что возьмите на вооружение. Может кому-то пригодится. Ну а сегодня, наверное, спасибо всем за просмотр. У кого есть какие-то комментарии, описывайтесь под видео внизу. Будут комментарии, будем общаться. На сегодня пока-пока. И до новых встреч.